Хорватия оформила выход на чемпионат мира. По сумме двух матчей плей-офф хорваты оказались сильнее Греции. Сборная Хорватии оформила выход на чемпионат мира 2018, который пройдет в России. Еще после первого матча плей-офф, в котором хорваты дома разгромили Грецию 4-1, судьба победителя пары была почти понятна. В ответном матче с Грецией хорваты сыграли больше по счету, не нагнетая обстановку на поле и действуя в спокойном темпе. Греки получили контроль над мячом, но ничего с этим не сумели сделать, с трудом понимая, как преодолевать оборону хорватов. Скорее Хорватия могла забивать в этом матче, действуя на контратаках. Чего стоит атака на 42-й краткой минуте, когда Перешич решился на дальний удар и попал в штангу. В чести Греции, игроки до последнего шли вперед, пытаясь забить хотя бы гол престижа, вот только футболисты мало пробивали, пытаясь доверенно разыграть мяч, поэтому Субашич остался почти без работы. Что говорить, если первый удар в створ ворот гостей греки нанесли только на 87-й краткой минуте. Итог матча 0-0 полностью закономерный. Благодаря ему Хорватия выиграла дуэль и спокойно пробилась на чемпионат мира. Греция, Хорватия 0-0. Первый матч 1-4, Греция, Харнизис, Манолас, Папастатополос, Рицас, Таросидис, Тахцидис, Зека, Цалис, Христодулополос, Фортунис, 59, Бакасетас, Янниатас, 59, Митроглу, Пилькас, 78, Хорватия, Субашич Д, Вида, Врсалька, Стринич, Лаврен, Брозович, Мадрич, Митрович М, 91, Перешичи, Рибич, 86, Ракитич, Манджукич, Калиничин, Крамарич, 78, предупреждение, Тахцидис, 24. По материалам сайта news.com.